Несмотря на то, что на первый взгляд наличие огнестрельного оружия у космонавтов кажется совершенно бессмысленным, даже первый человек в космосе, Юрий Гагарин, имел при себе пистолет Макарова. Само собой, оружие не было предназначено для использования в космосе. И теория о том, что Гагарину его выдали для того, чтобы в случае внештатной ситуации он мог пустить пулю в себя, не имеют никакого основания. Пистолет же каждый космонавт при себе имеет на случай нештатной посадки в незапланированной зоны. В таком случае он может стать жертвой хищных животных или оказаться атакованным агрессивно настроенными местными жителями. Именно на подобные случаи космонавты имеют при себе огнестрельное оружие. При этом есть даже задокументированные случаи его применения. Так, например, в 1900 в 1965 году экипаж Павла Беляева и Алексея Леонова приземлился в ручном режиме в Тайге, где были обнаружены только спустя трое суток. До этого именно пистолет помог им отпугивать медведей и волков, и хотя в случае нападения он, он вряд ли бы помог, на звуки выстрелов хорошо разгоняли животных.